Сегодня, с сегодняшнего дня запускается соцпроект «Спорт для всех». Значит, в чем она состоит? Мы ждем всех желающих в наши залы, чтобы научить вас рукопашному бою, основам прикладного рукопашного боя. Могут прийти все желающие от 5 лет и старше. Вот. Это абсолютно бесплатно. Значит, этот социальный проект будет действовать на протяжении всего 2017 года. Он имеет несколько этапов. Первый этап вот как раз сегодня. Что еще должен знать новичок перед тем, как прийти на тренировку в рамках этого проекта? Ну, прежде всего, свою цель прихода в наш зал, желание, энтузиазм и все. А все остальное мы научим. Прочитал в интернете про открытую бесплатную тренировку. Пришел перенять опыт ударной техники. Насколько я знаю рукопашный бой, он специализируется на ударной технике. Я считаю, что в моей подготовке этого недостаточно.